Всем привет, дорогие друзья! Мы сегодня будем играть в игру. Я получил... Я очень тихо сказал, ну, давай начнем. Сейчас я приблизу. Вот кубок. Лучше на этот ролик ставьте лайки. Если мы доберем 10 тысяч лайков, то я выводу логики каждый день. Выкладываю. Ну, давай играть. Вот это лучшая сестра написано. Ну, сестра, вот здесь. Такая у меня машинка. Вот там видите руль. Руль видите? Вот. Ну, вот так он еще работает. Это у него сигнализация. А это бибитки. Он еще вот так может. Вот так он может. Он еще может отбрасывать кабину. Вот у него маленький моточек. Вот. Такое огромное колесо. Вот видите себя? Меня, то есть. Вот посмотрите. Я снимаю вас. Я такой лайк снял. Ну давай вместе. Я еще вам хочу показать одну крутую игру. Где она? Так, вот в эту игру поиграем мы. Играть. Вот, мы поиграем вот в такую игру. И она очень хорошая. Вот. Тут нужно имя. Так, раз. Так, вратался. Так, Лев. По-английски тут надо писать свое имя. Я не знаю почему. Давай-то загрузайся. Мне надо показать друзьям игру вашу. Посмотрите, вот такая у меня игра. Ну что-то все мутные. Вот, быстрее я сейчас. Вот так я играю в эту игру. Блин, я сломался. Ты сломался, мы такие любимые. Да. Сыщик. Мама, это вот из микроволновки. Звездочки, а когда там была моя тарелочка маленькая, я тут все разлил. И папа тебе помог? Да. Тут все, даже вот сюда все разлилось. Да ты же мой сердечек. Ничего страшного, как вы думаете, так и бывает. Я знаю, что мы выкинем. Мама! Включи-ка у меня пластинку. Все, конечно, я не знаю, где пластинку. Которая... В компьютере включить игру? Да, пластинку зеленую. А, как там?
Стоп, надо на маленьких колесиках. Что-то не то. Может, тут маленькие колесики. Это давай поставим кубок. Давай поставим кубок. Вот тут много мест. Ну, давай строить кубок. Вот, все, по-моему, готово. Да, готово. А, сработало! Все, сработало! Thank you.
это нас на дом, но. Давай, кстати, ребята, мы сделаем очень быструю машину. Очень быструю. Очень-очень-очень-очень-очень быструю. Она будет очень быстрая. Тем более на маленьких колесиках. Ну, полетели. Нам понадобится вот такой вот тайотик, чтобы он сильно слетел. Мам, дай ему кусочек. Мяу-мяу. У меня, по-моему, характер изменился. Я сейчас ей корму насыплю. Да, и корма нету. Видите, я купила корму, он там, хотите. Гусень, вот сейчас я тебе дам корму. О! Так она очень себе уголок открыла. Сработала. Она сейчас почувствует запах, это без них. Ребята, я пришел. Так, ставим кучматолов. Очень мощных мотолов. Только один мотор остался. Опа! Это жесть. Это как-то тормозит, ребята. А вот так очень... Это очень опасно. Сейчас как панда едет? Виу-виу-виу-виу. Не надо! Ну-н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 у
Ребята, я сейчас буду снимать ролик про Гаррис Мод, но когда Даня приедет, Даня — это мой старший брат, который просто ненавидит Майнкрафт. Он даже не играет в него. Ребят, он просто дурачится. И такой у него характер. Другой, нехорошенький немного. О, ребята, я вот такую штуку прикольно сделаю. Да, это прикольная штука. Напишите в комментариях, что да. Напишите в комментариях, что можете поделиться с друзьями, если хотите. Напишите в комментариях, что нет, и еда. О, вот так у меня все вводится. Это какой-то паровоз. А хотя, давай сделаем вертолет. Вертолет давай построим. Да, но вертолет — это будет очень прикольно. Это такой вертолет. Так, поднимаемся наверх. Но ничего-то не взлетает. Он что, так? Нет, он тоже не взлетит почему-то. Давай вот этот мотор еще добавим. Блин, он такой... Он заёжкий. Почему он не может поднять его? На! Хватит. Пока. О, сработало. Стоп. Я назад полетел. Мне нужно вот это. И мы теперь сделаем вертолет. Мы сделаем вертолет. Ура! Теперь выключаем это, так включаем это. Теперь включаем это. Блин, он весь разломался. Ладно. Давай сделаем вот такую штуку. Это зубы такие. Мама! Это разрешил Дане поиграть в Гаррис Мод? Можно мне поиграть с ним в Гаррис Мод? Нём, мама, смотри, как зубы. Мама, смотри. Смотри. Вот, сейчас. Ребята. Мама, вот. Вот, нём, зубы щелкнули. Кстати, ребята, давай мы щелкнем садики. Тогда нам надо отпустить зубы. Нём. Что? Нём. Блин, что-то зубки не срели. Нём. Что-то мы провалились. Давай мы яйцо съедим. Ням. Ну, хотя давай еще динамит съедим. Ням.
он ему одесает два динамита. Это будет ядерный взрыв. Вио, налетел далеко, далеко, далеко. Ну, жесть. Как излетел все. Жесть. Ну, то есть, если заполнить, то будет очень сильно давить. Пик-пик-пик. А давай мы тут будем. Пустом забыл, смотрите, что было. Посмотрите, что сейчас будет забыл. Блин, баса динамиков нету. Тинти. Сейчас все отвалится. Сейчас все отвалится. А что сейчас было, ребята? Что-то ребята не поднимет. Ребята в комментариях. Ребята в комментариях. Ребята в комментариях. Чего-то не хватает. А, вот все хватает. Что-то не поднимет. Потому что свинка тяжелая. Нет, нет, нет. Одна свинка папа идет на помощь. То есть две свинки папа идет на помощь. Идут на мап на тапуру. Тапуру. Виу, 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 виу. Do you want?
На-на-на-на-на-на. Сюда не поехал. Блин, а не туда нажал. Он просто надавил. No.
мяу-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 мяу. Да нет там особый секрет, просто свежим луковым. Надо, Лёва, Лёва, чтобы ты не кашлял и не заболел. Зай, ну это уже эта таблеточка, которую я тебе кормила. На, еще, Боли. Она ж вкусненькая. Еще, на. Зализывай до конца. Ну что это такое, ты разве облизал? А теперь на вот это сам. Сюда надо. Отсюда? На, мама у меня такого. Ну вижу. Сейчас не трогай, я сейчас выйду. Ты быстрее так слизывай, и тогда будет нормально. Давай. Водички все равно захочется. Правда? Правда? Угу. Вот это все так. Тесто будет. Дай капельку уберу. Да повернись ты ко мне. Вцепился, как прям сумасшедший какой-то. И прям боится там. Все. Водички дать? Угу. И молочка дать. Водички. Два у него скота.
Это не за раз тебе съесть. Я еще поем. Поэтому ешь так, что просто Всем пока, всем пока-пока. Ставьте лайки, всем пока. Всем пока-пока. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. И всем папа-пока. Всем до встречи вам. Всем пока-пока. Это Соня. Подожди, до седьмого, значит, сегодня четвертое. Ну, что-нибудь там посмотреть четвертого. Лёчек, не надо мне снимать, пожалуйста, я ей хочу. Хотя ладно, давай снимай. Ну бери вот это до сих пор. Что ж мне уже не привыкать. Чай третий курс, мне лыком шит. Все, убирай. Возьми камеру и снимай сейчас. А я...
У меня сопли. Иди сюда, Левчик.